Эллада на конкурс приехала с мамой. Причем ее мама не просто болельщица. Она тоже участница шоу. Посмотрим, сможет ли она повторить успех дочери. Вау! Здравствуйте! Здравствуйте! Наконец-то кто-то вышел на сцену с нашим национальным инструментом – кяманча. Да, кяманча. Меня зовут Шабнам. Очень приятно. Из Азербайджана. А какой город? Из Баку. Отлично. Вы мне скажите, вот не сложно было привезти в Казахстан эту кяманчу? Не кяманча, но сложно было привезти это платье вообще. Вы занимались профессионально кяманчой или? Да, да, я профессиональный музыкант, я закончила кяманча, консерваторию бакалавра кяманча, а потом я жила в Норвегии, там я научила оперное, классические вокалы занималась. Сейчас я работаю в оркестре, солистка, Дрезденский симфонический оркестр. Ну что, приступим? Да. Удачи вам. Спасибо вам. Очень хорошо придумала сценическая кяманча с этой спицей, именно для того, чтобы вам было удобно, чтобы вы смогли показать свой голос, свое выступление, свой весь шарм, шоу. Она как бы вам и не мешала, а наоборот помогала. Спасибо большое, я была в восторге от всего. Спасибо вам. Вы профессионал своего дела, ваша музыка доходит прям до сердца. Спасибо вам. Шабнам. Джан. Боже мой, ну вот что, я в восторге просто. Спасибо вам. Шабнам, вы знаете, я очень давно жду таких выступлений, как у вас в нашем шоу. И какое счастье, что они наконец происходят, когда все круто. Какие-то креативные штучки, этно, которое очень важно передать дух своего народа, но при этом вы смотрите вперед, вы очень современная и яркая, и очень талантливая. Спасибо. Очень благодарю.
А Шабнам, а вы с кем приехали? С Точком. Она в зале? Да. А где она? Не за. А, она там. Эля, ты можешь прийти? Вы серьезно? Вот это да! Я представляю себе, что смогут натворить они вдвоем. Так, голосуем тогда. Серик, начнем с вас. Я говорю да. Ой, спасибо. Я говорю да. Вау! Титурочка. Мой ответ. Да. Спасибо. Рахмат. Да. Чем здорово. У вас 4 да, и вы проходите в следующий тур. Спасибо. Поздравляю. Умничка. Ой. Just wanna start a flaming